Лето – сезон открытых окон. Именно в этот период число несчастных случаев с детьми, выглядывающими из распахнутых окон, становится все больше. Так, на прошлой неделе в микрорайоне Любимов у распахнутого окна 11 этажа оказался двухгодовалый малыш. И хорошо, что все не закончилось трагедией. Малыша вовремя заметили прохожие и вызвали спасателей. И это не единственный случай в Пермском крае. Кроме того, многим кажется, что москитная сетка прочная и сможет защитить ребенка от падения. Однако спасает она лишь от насекомых. А в действительности сетка не способна выдержать вес даже маленького ребенка, поэтому на окна нужно ставить специальные защитные замки. Метра – залог уверенности и комфортного пребывания дома, в офисе или на даче. Универсальность, профессиональный и качественный монтаж, богатый ассортимент и приятная цена. Есть здесь и фурнитура, которая сделает окна безопасными для детей. Самый простой вариант для безопасности – это ручка с ключом. Ее можно установить самостоятельно, ничего сверлить не нужно, просто открутить старую ручку, поставить новую с ключом. Второй вариант – это с тросом. Установить такой трос размером 18 сантиметров также можно без помощи специалиста. С ним окно открывается для проветривания лишь на 10 сантиметров. Это исключит риск чрезвычайных ситуаций. Кроме того, всегда в наличии есть накладные блокираторы. Окна в 3 метра защищают еще и от солнечных лучей, а значит, нет необходимости покупать жалюзи. Также можем предложить мультифункциональные стеклопакеты. Там получается напыление, многослойное напыление серебра. За счет этого зимой не выпускает тепло из дома, на 99% сохраняет, а летом на 68% сохраняет дома прохладу. Универсальность, профессиональный и качественный монтаж, богатый ассортимент и приятная цена. Окна на любой выбор, темные и светлые оттенки, натуральное дерево. Различные варианты форм и размеров. В компании действует система скидок, а также рассрочка без первоначального взноса. Выбирая 3 метра, вы получаете гарантию тепло и безопасность. Евгения Лосева, Ирина Федорова, Кирилл Яранцев, Владимир Покровский. Наши новости.